В среду 15 декабря состоится традиционная пресс-конференция главы региона Игоря Рудени. Губернатор даст собственную оценку социально-экономической ситуации в регионе за прошлый год, обозначит главные приоритеты развития Верхневолжья, а также ответит на вопросы журналистов. Свой вопрос губернатору задаст и представитель Тверского проспекта. Накануне этого события областного масштаба мы поинтересовались у жителей Верхневолжья, чтобы они спросили у главы региона. Накануне события областного масштаба мы поинтересовались у жителей Верхневолжья, чтобы они спросили у главы региона. Во-первых, дороги надо чистить, а во-вторых, ЖКХ-система плохо работает. Сами видели, что творится. Сосульки кругом, я с улицы Горького. Наверное, по поводу нашего университета, только если определиться с дистанционным либо же очным обучением. А какой именно университет? Тверской государственный университет. Задала такой вопрос насчет шумов в городе. Я живу как раз в центре, вот, и это невозможно, вообще невозможно. Едут ночью к вечеру, а в основном ночью едут машины, подают сигналы, сирены. Ну, чтобы дороги почище были в городе, во дворах особенно, это вообще не пройти, не проехать. Сейчас, так скажем, обстановка в городе, в принципе, все устраивает, дороги ремонтируются постоянно, все делается, обновляются, парки новые строятся, новые объекты. Я вам скажу одно, то, что сделал Игорь Рудени, это не сделал ни единый у нас губернатор. Правильно вы сказали. Не единый. Он сделал все. Он сделал улицы, он сделал все. Водители просто не нарадуются, как ездят по дорогам у нас.